Приветствую всех. Надо принять запрос. Я отправил. Да, все. Как слышно, видно. Добрый вечер, шикарно. Замечательно. Как мне подписать эфир? Россия, Германия, наденьте платок. Давайте. Вообще бомба. Хорошо. Ну, давайте, пока я подписываю, вы немножечко представьтесь для моей аудитории, потом я для вашей немного представлюсь, пока подписываю эфир. Как Хорошо. вас зовут, кто вы, где вы? Хорошо. Прошу прощения, если сейчас начнется дождевая буря, может, я буду пропадать, но оно опять обычно восстанавливается, просто чтобы вы были в курсе. У нас тогда интернет тут ломается. Меня зовут Елена Кнор. Я кандидат наук по политологии, юриспруденции и философии. Закончила университет в Бонне и также Московский юридический государственный академию. Живу с детства на две страны. Папа у меня этнический. Немножко пропадаете. А? Немножко пропадаете. Да? Я вас шикарно слышу. Вы за папу я уже не услышал. А, хорошо. Папа у меня коренной немец, католик, мама православная. Вот. В Европе я получила классическое католическое образование, так как была в католической школе. Ну и как? Крестили в православии и решили, чтобы все было и та культура, и та культура. Но мама воспитывала в православии. Вот коротко обо мне, наверное, так. И да, недавно у меня вышла статья в Швейцарии «Право быть покрытой». Писала я для своего блога в Фейсбуке, так как я здесь, в Германии, занимаюсь общественной деятельностью. Я активистка Бессмертного полка в том числе и участвую активно в жизни диаспоры русскоязычной у нас в Германии. И официально, конечно, принадлежу к РПЦФ за границей. Вот. И я списала для своего блога на тему покрытия, и вдруг батюшка решил эту статью показать редактору журнала «Католическая Швейцария». Это достаточно, ну, такая уже серьезная, одна из самых важных религиозных магазинов, принт-магазинов Швейцарии вообще. И вот так это все вдруг началось. Редакторша мне позвонила, спросила, или она может опубликовать эту статью. И вдруг батюшка говорит: давай, мы создадим движение, посмотрим, что будет. Я думаю, да кому это надо? Я для себя покрылась, да и все. И вдруг за это время, вот как вышла статья, буквально сейчас практически 2-3 недели, наш инстаграм-аккаунт существует больше месяца, чуть больше. И со всей России нам пишут девочки даже с Польши, с Германии, с Америки. Вдруг обрушилась на меня прям такая жизненная миссия, потому что молодые девчонки, у нашей публика где-то с 13 лет начинается, самые молодые участницы, ну и до 46-50 спокойно женщины, которые еще в этом возрасте говорят: да, мы хотим покрыться все-таки. Вот коротко обо мне, отец Константин. Давайте пару слов для вашей аудитории. Меня зовут священник Константин Мальцев, я священник Русской Православной Церкви. Настоятель храма в Краснодарском крае, это Кубань, кто не ориентируется, сразу Олимпиада, Сочи, вы сразу поймете примеры, где это. Вот, ну и активно и в реальной жизни, и вот интернет. Занимаюсь немножко блогерством, если можно так это назвать, потому что есть огромные такие блогеры, маленькие такие. Вот, на самом деле... Почему мне это стало интересна тема? У вас интересно, скажем так, знакомство произошло с нашим сегодняшним гостем. Я сказал бы, ну, со мной так никто не общался, поэтому так мне стало интересно, кто же это такой грамотный, начитанный и смелый. Дерзко. Вот. Ну, это, я пытался дипломатично. Вот. Ну и вот мне стала эта тема интересна. А вообще откуда? Тема-то, она достаточно актуальна вообще в церкви. Я пока комментарии отключил, с вашего позволения. Конечно. Тема платка. Потому что зачастую мы сталкиваемся с платком в церкви, когда приходим. Но
все чаще и чаще, особенно в городах больших, мы видим и платки вне церкви. Но почему женщины в платках? Ведь это не только личный какой-то момент, а оказывается, что это красиво в какой-то мере. Это все-таки опять религиозный момент приобретает, конечно, но не у православных. Но не у православных. И вот сегодня наша тема – это вот наденьте платок, а мы с вами уже в ходе разговора, беседы, каждый для себя сделает вывод, нужно ему это или нет, важно или нет, и насколько это, ну, в совокупе актуально. Вот на эту тему мы поговорим. Какие-то вопросы я буду задавать, какие-то вы. Вот я включу комментарии, чтобы, может быть, видеть, какие вопросы будут задавать по ходу нашей беседы. К сожалению, они немного вас закроют лицо, но по-другому я просто не могу их прочитать. Вот, я хотел бы сначала... Значит, вопрос в чем? Я сейчас, чтобы не быть голословным, о чем вопрос? Я прочитаю, я приготовил. Значит, апостол Павел пишет в 11 главе, в стихах с 3 по 8, обращается как бы описательно, я бы сказал. «Ибо если женщина не хочет покрываться», то есть именно о чем и говорит наша замечательная гостья, то есть покрываться, постоянно звучит слово, то есть голову покрыть платком, покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывает. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и глава Божия, а жена есть слава мужу, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Вот так апостол Павел пишет. Это из Священного Писания. Мы не берем откуда-то вот с потолка. Простите, что я боком читал, но по-другому у меня не было технически возможно. Это тут компьютер у меня стоит. Вот. По сути, никто вот этого внешнего целомудрия не отменял. Но сегодня возникает вопрос. Кто-то очень гиперлояльно относится, когда... Я вот сейчас больше говорю даже не обиходно, не улица, я сейчас говорю именно храм. Потому что я и в Греции Господь меня сподобил побывать, и в Грузии, и в Иерусалиме, на Святой Земле, милостью Божией, да, благодаря добрым людям, которые мне делали эти подарки. И зачастую в храмах, за редким исключением, я видел покрытость головы. Что там греха таит? Сегодня и в наших православных храмах России тоже не всегда призывают к этому. Не говорят, что требуют. Просто говорят, ну пришла, пришла. Слава Богу, что пришла. Да слава Богу, что пришла. Другой момент. Тут не говорится о жестком каком-то, как он называется, фейс-контроле, не фейс-контроле, а как он, одежда какая-то. Дресс-код. Дресс-код, вот, умничка. Вот, о каком-то дресс-коде. Здесь все-таки говорится о благоговении. Ведь вот в своем ролике на Ютубе, через который мы так вот познакомились, я говорил, что ранее для женщины не было ЗАГСа, не было колечка, которое обозначает сегодня, что она замужем. А раньше именно платок символизировал, что она замужем, как минимум, как минимум. А если брать духовно, то здесь более значимый момент. Я как бы вот мог, еще у меня заготовили одна цитата, что давайте хотя бы в двух словах, что покрытость головы, опять-таки апостол Павел говорит, женщина – это радость для ангелов. Кто такие ангелы? Это святые, это служители Божии. То есть радость для, в, и для, и в святости. Я поняла вас. Да. Поэтому я думаю, что вот эта тема очень важна, что мы сегодня посмотрим ее с религиозной, обиходной, бытовой. Мы попробуем осветить. У нас не так много времени, но мы попробуем. Вам слово. Спасибо. Начнем с того, что я коротко бы о нашей аудитории. Наши девочки... Не те девочки, которые вот приходят к нам,
они, для них не обсуждается этот вопрос, или это надо, или не надо. Это все девочки, которые говорят, это однозначно надо. У нас даже таких дискуссий не возникает. Я на своем ролике в YouTube сказала, рассказывала, что вот представители армянской церкви, есть многие девочки, да, которые считают, что это якобы не надо, и им батюшка это тоже сказал. Ну, лично для наших девушек, они уже практически выходит из веры, потому что тот, кто Слово Божье считает, что оно не надо к нему придерживаться, мы его уже так и своим не считаем, грубо говоря. Второй момент, то есть я с этим теологическим моментом толкования Библии вообще не сталкиваюсь, я и не теолог, я не имею на это права, это вы имеете только на это право, я в своей каше, как говорится, варюсь. Наши девочки, для них вот другие, у меня есть тоже армянские девочки, которые очень строго покрываются, так как мусульманки, то есть закрытая шея, и так как многие старцы это и требуют, закрытую шею даже, вот, можно и прочитать в многих писаниях и книгах. То есть мы, если взять религиозную точку зрения, опираемся на вот догмы Паула, то есть, что для замужней женщины покрытие обязательно, и об этом вообще даже не идет сути. Второй факт, что вы говорите, в церкви не покрытые, слава Богу, слава Богу, слава Богу, я член все-таки Русской Православной Церкви за границей, и мы, можно так сказать, заморозились, знаете, как 100 лет назад. Вот как сбежали, так и остались. У нас нету никаких модернизаций, и слава Богу, это так хорошо. Я могу в своем опыте сказать, я в Берлине, я вам это уже рассказывала, зашла в церковь в пальто, меня выгнали. И, конечно, для моего характера я думала, как так меня выгнали. С другой стороны, шикарно. Был урок для меня на всю жизнь. Идешь в храм, готовься заранее, это не музей. И в храм не ходят для того, чтобы, знаете, посмотреть, ах, как там, что сегодня рассказывают, дай-ка я зайду. А это осознанный процесс. Поэтому те девочки, которые к нам приходят, они осознанно к этому пришли. Я всегда говорю, заставлять кого-то одевать платок смысла нету. То есть я лично тоже так же сама к этому пришла, я это захотела. Я пошла к батюшке, потребовала, я человек ученый, можно ли мне, где это черно по белому написано, догматично и так далее. Мне все разложили по полочкам, и эта тема была для меня решена и закрыта. Второй момент. Я вам тоже по телефону вот говорила, может, вы там потом продолжите. Евреи покрывались, православные 2000 лет почти что покрывались, большевики раздели православную девушку, и вдруг 100 лет в соотношении к 2000-летнему периоду православные священники некоторые решили, что это традиция. А 1900 лет до этого, извините, это не было традицией, это была обязанность. Здесь же в русском прекрасном языке слово опростоволосилось. Вы наверняка тоже, естественно, знакомы с этим. Это был огромнейший позор опростоволоситься для женщины. То есть показаться не то, что в храме покрываться мы даже не обсуждаем этот момент. У нас покрытые христианки имеются в виду в миру, постоянно покрытые, так как и мусульманки. И наши девочки задают себе вопрос, вот, как так, еврейки покрытые, православные были покрыты, мусульманки покрываются до сих пор, мой батюшка лично сказал, Лена, с них можно и нужно в этом моменте брать пример. Они не стыдятся ни своей религии, ни своего покрова, ни своих традиций. А у нас решили, что нам это не надо. Мол, давайте будем как большевики 100 лет назад. А что бы мы делали, если не было революции 1917-18? Мне это очень интересно. Если бы у нас не было вот этого периода большевиков, я опираюсь здесь именно на большевиков, вот, что бы мы делали? И понимаете, поэтому с этим моментом мы не сталкиваемся. Я сталкиваюсь с тем моментом, что девочки, вот есть у нас прекрасная Дарья, она создала славянский бренд «Великий день», это во славянских кругах, думаю, всем известно. Мне Дарья буквально вчера рассказывает, об один батюшка умудрился ей прокомментировать, что ты хиджабы шьешь для наших девочек. Я задаю себе вопрос, этот батюшка вообще в нашей церкви, это один раз, второй раз, он вообще в церкви, в религии, как может православный батюшка девочкам, которые покрылись, или Дарье сказать, она шьет хиджабы? Если православный священник не знает, что такое повойник, и что 17-18 век покрывать шею этот, пришла именно из Германии, немцы, как вы помните, Екатерина пригласила их, принесли эту традицию с собой. И если кто забыл, пусть откроет домострой, когда Иван Грозный со своим сыном ссорился, что у его жены юбка, мол, не 8 слоев и больше, а только 6. Понимаете?
пусть откроют это все, а потом в конце говорят, надо ли, не надо. И у меня еще такой вопрос, отец Константин, может, вы сейчас можете ответить. Я умудряюсь, когда батюшки говорят, это личный выбор. Вот у меня девочки вчера в группе возмущались, попросили вам этот вопрос тоже задать. И вы говорите, это личный выбор жены. Момент. Если жена священника, мне тоже девочки часто задают, не слушает своего мужчины, вышла замуж за священника, стала матушкой, не считает нужным авторитет своего мужа в диаспоре, в приходе, дать внешнюю огласку и не признает его власть над собой, то как хочет эта матушка или этот священник вести диаспору за собой, свой приход, если он свою жену даже не может за собой вести? Понимаете? И сказать... Ну ничего, мусульманкам надо, иудейкам тоже, а вы православные делайте, что хотите. Как вам захочется, у вас же есть право выбора. И еще что вот нас огорчает, почему в исламской культуре и даже у еврейской культуры, естественно, я же здесь вижу в Европе, в париках девушки ходят, борются за это право. В Турции, вспомните, девочки, был запрет одевать платки, они парики на платки одевали. Девочки всячески борются. Ко мне приходят также русскоязычные русские девушки, которые в России, это надо задуматься, отец Константин, хотят сделать фотографию на паспорт, и им говорят в паспортном столе, мол, ты не мусульманка, только им разрешено. В православной стране православная девушка не может одеть платок на паспорт. Это скандал. Это скандал. О каких духовных ценностях мы хотим говорить, когда наши священники не поддерживают нас, девочек, а говорят с ними, это, мол, не наше. Ну давайте тогда, может, 1900 лет нашей культуры тоже выкинем. Это ж не наше, вернемся к язычеству обратно. Все, я готова, теперь вы. Несколько вопросов, прежде чем я задам вопрос те, которые писали, процитирую. А как часто вообще вы сталкиваетесь с такими священниками, которые в храме или вне храма говорят, что это не обязательно, не надо вообще, что ты заморачиваешься вот в таком плане? Я должна сказать, что я вот сейчас всех пройдусь через всех, грубо говоря, потому что стараюсь со всеми общаться. Армянские священники вообще считают, это не надо, про Грецию нам говорить не надо. Слава Богу, наш главный РПЦ за границей, Марк, как вы знаете, он этнический немец. И слава Богу, прям как Екатерина приняла православие и жила его полным ходом. Вот это, наверное, хорошо, когда все-таки чужие неэтнические христиане принимают веру, они осознанно к этому приходят, и поэтому наш епископ Марк, он очень строг. То есть у него нет такого понятия, мол, не одевай, не делай и так далее. Да? Он всегда нас призывает заниматься нашей диаспорой, не бегать ни в Грузию, ни в Грецию, ни по другим странам. У нас есть свои дела. Сначала у себя надо разобраться, потом в другом. Я бы сказала, это очень зависит от страны и культуры, от которой эти православные священники. В Греции, конечно, тоже они уже контроль потеряли над своими женщинами. Грузия, знаете, вот так половину на половину, хотя в Грузии очень много молодых людей, у которых осознанно говорят, я хочу девушку в жены, которая, во-первых, девственница, во-вторых, покрытая, для них это обязанность. Дарья мне тоже вот рассказывала из личной жизни, для ее мужа это была тоже абсолютная обязанность, чтобы девушка была покрытая и чистая. Русской православной церкви за границей, слава Богу, только один священник очень нейтрально был, а все остальные поддерживают, вот категорически. У нас даже в храме в Берлине могут выгнать, да, спокойно выгнать. И это совершенно не важно, кто зайдет, чья жена или какого она статуса. Выгонят жену олигарха и выгонят простую, потому что все аргументируют, осознанно в храм надо приходить, осознанно к этому готовиться. Вот. И поэтому в России меня шокирует, что в православной стране, которая берет на себя такую ответственность быть между православным главарем и примером для всех, девушек раздевают. Я в шоке. И говорят, это, мол, традиция, не надо, вообще не надо. Делайте главное, что вам удобно. Так не бывает, что вам удобно. Потому что... Слава Богу, меня Господь сподобил не столкнуться с такими священниками, которые так безразлично относятся к духовному состоянию, в том числе прекрасной половины нашего пола, нашего человечества. Тут вопрос, я больше знаю, что, ну, как минимум в моем храме, где я несу слово послушания, служение Богу,
по крайней мере, здесь на Кубани. Традиция такая, поскольку возрождается казачество, то параллельно, скажем так, и в храмах это стало все больше и больше нормой. Оно как-то было, но не так, я бы сказал, повсеместно. Когда девушка заходит в храм, то с какой-то стороны, прямо при входе в притворе, лежат или висят коробочки и юбочки на запах, чтобы ты могла завязаться, вот, чтобы, скажем так, более благородный женский вид у тебя стал. С другой стороны, вот, допустим, к этой же теме, что штаны, или это не, или это мужские, или это женские, или женоподобные, или не женоподобные, тут, конечно, очень относительно надо вспомнить отца Дмитрия Смирнова, которому задавали в эфире как-то вопрос этот, и он сказал, ну, вы мужскую одежду одеваете или женского покроя женские штаны? То есть, если вы круглосуточно в длинном платье, в сарафане, это один вопрос. Если в рубашечке какой-то там и женского покроя женские штаны, это другой вопрос. Ведь, говорит, я перед вами тоже сейчас в платье. По большому счету, я тоже сейчас подрясник, это то же самое платье, только сегодня церковное платье, да? Но это не означает, что, говорит, я уподобился женщине. Вот. Тут тоже надо вот эти вещи немножко разграничить. Где можно, а где нельзя. Где ты нравственно уже деградируешь, а где какие-то вещи еще допустимы. Но, опять-таки, очень важный, самый главный момент, какой иметь, не давайте соблазна ищущим соблазн. Это очень важно, не мной придумано. Почему? Потому что, ну, к примеру, хотя бы так, вот мы знаем, что не часто, но бывают такие моменты, когда сугубо уже укоренившиеся в своей вере, даже сказать немного ортодоксальные, есть прихожанки, когда заходит молоденькая девочка по своей неопытности, может быть, по вению души, она зашла в штанах, и она на нее накидывается, говорит, куда ты пришла и тому подобное. Не, спокойно. Можно. Это хорошо, если она спокойно объяснит. Это хорошо. Но особенно если ей за 70, это уже неспокойно. Это нет, уже сугубо струнка будет. Вам подойдут и скажут, вам принесут платок сразу и объяснят ситуацию. То есть даже если кто-то не так молится, может, не так крест ставит на себе, спокойно подходят и извиняются, и объясняют, и все. То есть я никаких проблем в этом не вижу, да. Это как правильно, это как должно быть, я с вами согласен. Ну, когда... бывает по-разному. Да, я вас перебью, простите, но я тоже должна сказать, когда в храм приходят девочки в юбке не чуть выше колена, а чуть ниже попы, извините, у меня тогда тоже терпение лопает. Это уже неуважение. Это уже провокация прямая, я так считаю. Это одно, если зашла бизнес-леди с офиса в костюме, не покрытая, понимаете? Потому что я понимаю, у нас работы туда-сюда, и видно, она присматривается. И это второе, когда молодежь в коротенькой юбочке, я тоже была молодая, я тоже люблю модничать, да, я все понимаю. И когда она делает поклон, мне кажется, вам объяснять надо, как это выглядит, да? Или матери, вот тоже такой пример я в России видела, девочки короткие юбки, но платок. Я понимаю, это полная каша, понимаете? Это как у мусульманок хиджаб одела, но облегающие леггинсы. Куда? У девочек каша в голове творится. И вот мы, вот, женщины, девушки, просим вас, священников, чтобы вы об этом больше говорили. Понимаете? И наши девчонки уходят в ислам. Знаете, что они называют? Три вещи. Уважают старших, уважают женщин в плане, считают, берут ответственность за них, да, вот он сказал, он мужчина, она сделала. А наши, как, ну, делай, что хочешь, твой выбор. И что вот женщина получает благочестивый вид. То есть ни одна русская или русскоязычная или европейка не додумается до того зайти в мечеть непокрытой. Ни одна, согласитесь со мной, они все это знают.
Почему же мы настолько не уважаем не то, что чужое, а свое собственное, что мы это позволяем? А что тут такого? И та же женщина, которая говорит, а что тут такого, в мечети она такое не скажет, потому что она точно знает, что там придет мусульманин и ее попросит. Это элементарное неуважение к своему собственному. А как уважать чужое, если ты свое собственное не уважаешь? Понимаете? Поэтому у нас такое, я сейчас быстренько округлюсь, у нас такое, отец Константин, что нашим девочкам, покрытые мусульманки, ближе, у нас даже есть специальная группа, покрытые, объединяемся, чем не покрытые свои, потому что у нас одна проблема и одна цель, скромная одежда и благочестивость. И вот, да, еще согласен. Вопрос задать. У нас девочки меня тоже попросили передать, который связан с платком, но чуть отходит. Они просят спросить, или вы лично, или у вас в церкви, или в приходе допускаете женщин к причастию, которые живут в блуду? Хорошо. Отвечу. Я сейчас немножко для разрежения накала эфира прочитаю один комментарий. Это один из участников православной вокальной группы «Ларго». Здесь замечательно. Такие их называют в России еще православные соловьи. Ага. И вот он пишет, мы объехали сотни храмов по всей России и везде видели девушек в платках, потому что это чревато для них, потому что бабушки их съели бы. Вот, поэтому вот отрадно, что подтверждает слова, что не только здесь на Кубани, но и в России. Ну и некоторые пишут, что это очень красиво и эстетично. Ну, Саша же спрашивает из группы, а в Германии-то знают о Ларго? Ну это уже, он хочет познакомиться, в Германии на гастроли хочет, наверное. Приезжайте к нам, мы устроим вам концерты, у нас хорошие связи здесь как раз. У нас же очень Саша, много... Потом познакомимся, поедете соловить в Германию. У нас отец Константин же много казаков в Германии живут, да, вот, очень много, у нас в группе тоже, и их жены тоже постоянно покрыты, у нас даже вот в скандинавской стране, девочки наши знают, тоже одна женщина, жена казака, вообще ходит очень строго под, то есть платок под булавкой под шею. И у меня молодые девчонки, они уже сами говорят, нет, нам косынки не хватает, мы хотим по-настоящему покрываться, по-настоящему это уже полностью и шею. То есть тенденция однозначна, и всем не хватает поддержки мужской, чтобы вот именно вы, как настоятели храма, об этом твердили, говорили, поддерживали. Вот это огромная проблема, да. Девушки, вы сталкиваетесь. Вот тоже пишут, а, говорит, не получится, что она три платка оденет, а в миру будет себя, ну, так округляю, там большой текст, а в миру будет как фарисейка. А, ну, то есть в платке, но ведет себя не, антиплаточно, если можно так сказать. А что это вот подразумевается? Вы имеете в виду, что она в миру тоже покрытая, но неподобающим ведет себя или как? Да. Константин, я хотела бы вот разбить, мне это очень важно, стереотипы, что христианка должна молчать, сидеть тихо, и вот такая самая первая сложность, с которой мои девочки сталкиваются, например, покрылась, хочет вечером, ее там пригласили в кафе, все нормально, солидно, никакие там не танцбары, да, все как аккуратно, и вот молодой человек подходит и говорит, о, покрылась, а ходишь в кафе и в ресторан. Я помню, 10 лет назад, отец Константин, в Германии началось вот это, что молодежь начала покрываться, мусульманки. Я в университет в Бонне в 2003-2004 году, чтобы у слушателей было представление, я была экзот, то есть как полунемка, я уже была полный экзот. Потом, когда я аспирантуру заканчивала в 2011 году, на аудиторию лекции 500 людей, большие аудитории, были, может, 2-3 покрытых девушки. Это в 2011 году, да, то есть 10 лет позже. Сейчас, опять 10 лет позже, когда я прихожу на кафедру в ГОСе, уже соотносительно, может, процентов 10-15 покрытых девушек. И они сталкивались с таким же. Я помню, сейчас к нам приехала в гости одна русская девушка, с которой я подружилась. И она говорит, Лен, ну как так, куда мы пойдем в кафе, в ресторан, ты ж покрылась. Я говорю, в смысле, мусульманки тоже там сидят, сейчас увидишь. Она была в шоке, понимаете, что как покрытые девушки участвуют в общественной жизни. А почему? Мусульманки такие же покрытые адвокатши, блогерши, врачи.
покрытые девушки должны быть не только в храме. Это, знаете, получается лицемерие. Вышла с храма, скинула платок, одела мини-юбку, пошла. Но главное, в храме она прикрылась. Ну, такого, я уверена, 100 лет назад такого точно не было, понимаете? Это ж как так? Это что творится с нами? Или в храм... Ну, да, согласен с вами. Я отвечу на... Так, а эфир сохраните? Да, сохраню. Я отвечу на ваш вопрос, потому что время у нас неумолимо уходит. У нас осталось 25 минут. Мы уже 35 минут общаемся. Ой, как интересно, летит прям. Да, отвечу на первый вопрос ваш относительно, может ли священник быть священником или нести свое бремя священника, если он не может справиться со своей женой. Давайте скажем, во-первых, вспомним апостола Павла. Апостол Павел пишет, что «аще не оженился», то есть «не женился», перевожу сразу, «печешась», то есть «заботьтесь, как угодите Богу». «Аще оженился, печешься, как угодите жене». То есть у белого духовенства, то есть у меня, у женатого священника, тут, знаете, как по тропе войны идешь. Если ты сугубо начинаешь заниматься семьей, женой, то получается, ты меньше уделяешь время для молитвы, для людей и меньше их души. Если углубляешься туда, то у тебя остаются обездоленные, скажем так, твоя семья, и возникает вопрос. Я всем уделяю внимание, я часто себе это задаю этот вопрос, я всем уделяю внимание, меня чужие дети чаще видят и любят, нежели я у своих бываю. Я 2 раза в неделю езжу домой, 5 дней я на приходе. Вот соотношение просто элементарно. Могу ли я 2 раза в неделю, когда я приезжаю домой, сильно построить свою жену? Не могу сильно, это факт. Почему? Потому что приехать и только наехать на нее, чтобы она вела себя подобающе, так она может приноровиться. Вот он 2 раза в неделю приезжает, какой он хочет, чтобы я была, да. Но не факт, что будет это без меня, понимаете? Я не сердцеведец. Я же знала, на что шла, когда... Нет, она... нет. Почему? Я вам скажу так. Во-первых, она не своцерковленной семьи была. Когда я с ней начинал встречаться, мой папа только, скажем так, вот его рукоположили. Всю жизнь он работал в правительстве. Я скажу больше, что я ее выбрал по нескольким причинам. Во-первых, она внешне очень симпатична была. Второй момент. В то время мы жили в Северной Осетии. Я хотел русскую девочку себе в жены. И как вы правильно говорите, еще и невинную, чистую, да? Это катастрофически было тяжело, потому что, ну, объективно я говорю. Это объективно. И уже смотреть было, сильно она воцерковленная или нет, мне уже не приходилось на тот момент. Была надежда, что она постепенно воцерковится. Она в меру своей возможности воцерковилась. Это, конечно, очень мизерный уровень, я бы сказал. Но тем не менее, хоть что-то. Вот исходя из этого, насколько я сильно могу и поуправлять. При наличии того, что все-таки у нее тоже есть свобода выбора, да, нам Богом. А вы, когда ее замуж позвали, вы уже были батюшкой, правильно? Нет, нет, не был. А, то есть и она не знала, что ей придется стать матушкой, правильно? Я бы сказал так, что я имел желание рано или поздно пойти по этому пути, но как Господь управит, я еще не понимал, потому что у меня мирские работы были, я видел уже пример своего отца определенный, я понимал, что мне здесь гораздо комфортнее, если я устраивался на какую-то работу, у меня единственное было условие. Я могу работать без выходных, только когда мне надо пойти в храм, вы меня отпускаете. Без разговоров. Вот. Я понимал, что я хочу, и вот Господь так управил, что недалеко открылась семинария, ну, в центре Краснодара, грубо говоря, Кубани нашей столицы.
Вот, и я понял, что ну а почему нет? То есть, может быть, если бы не открылось, может, до сих пор бы я еще и не был. То есть это вот такое богоугодное стечение обстоятельств. А вот поэтому вот на сегодняшний день это так. А другой вам пример приведу. Может быть, вы слышали таких уговорений, как отец Николай Гурьянов. Он достаточно известный батюшка, и он сильно никогда не строил свою супругу. Она была часто строптива, она ему иногда нервы мотала, насколько я читал. И он говорил, ну, как Иоанн Златоуст сказал, если женился, воспитай, не смог воспитать, не выгони ее, но неси смиренно свой крест. То Но, есть... знаешь, парадокс в чем, отец Константин? Очень интересная фраза. Но неси смиренно свой крест. Наши девушки уходят к мусульманинам, потому что они говорят, мусульмане не мужчины, они настроят. А вот православные нет, им все без разницы. Это же парадокс. То есть женщины хотят, чтобы их строили. Это их природа, понимаете? Если они чувствуют, что мужчина ее не в состоянии обуздать, все, она садится на шею. И чем сильнее девушка, чем сильнее она ищет того, где она может быть слабой, потому что все они хотят быть слабой. И когда они уходят к мусульманину, это из части не того, что они свою веру не понимают, а потому что они ищут мужчин, понимаете, которые сохранили вот эти, как говорится, иерархию. А у нас эта иерархия размывается, понимаете, равноправие, мол, им подавай. Я вот говорю, я достигла и в учебе, и в карьере, всего, чего хотела и желала. Но в конце итоги даже я, любитель философии и Ницше, и всего остального, осознаю, это не по природе, понимаете, это неправильно. Все мы хотим быть, как говорится, все-таки мягкими, женственными. А это когда можно быть? Когда мужчина принимает решение. А когда вы говорите, а, ничего страшного, Маш, принимай ты решение. Ничего страшного, хорошо, я приму решение. Но ты тогда должен что? Я хочу. Немножко не согласен. Вот смотрите, тут может быть не так. Вот в моей ситуации, вот поверьте, я хоть и русский человек, но я свой фундамент у меня на Кавказе заложился. И я опылился от них, хочешь того и не хочешь. Мне пришлось вот к таким Да. стать. И понимаете, я вот немножко тут не соглашусь в чем. Не как ты хочешь, а как тебе бы лучше было, как для тебя радостнее было бы. То есть хочется пойти навстречу своей супруге, чтобы она чувствовала не жесткость, а любовь. Понимаете? Но любовь это, да, Но, отец, это любовь. к сожалению, это не всегда ценится. Да. Любовь, к сожалению, воспринимается как слабость. Вот Слабость. Да. за что. За что обидно? Я ж для тебя иду навстречу. Я хочу, чтобы ты чувствовал мою заботу. А она и то, и то, и все. И получается потом, когда ты во всем пошел в заботу, она уже тебя где-то уже и не уважает. Она Да. говорит, ну что? Ты Да. начинаешь там как-то жестко с ней говорить. Ну что, ты меня ударишь? Ну а что ты провоцируешь? Ты хочешь, чтобы я ударил? Да, Ну потому что и к чему мы придем в итоге? Мы расстанемся, если ударим. Правильно? Зачем ты провоцируешь тогда? То есть вот, по сути, два варианта. Или изначально строить, что ты никто, тогда скажешь, что это такое, я что, раба, что ли? Но тут это очень тонкая грань, где строить, где жестко, а где с любовью. Тут много от женщины, от ее мудрости зависит. знаете, женщины жалуются, что вот мужчина не принимает решения, потому что они командуют, а с другой стороны, мужчины хотят угождать. Это огромная проблема, и в Европе то же самое. А мужчина не должен хотеть угождать. Когда женщина чувствует, что у него есть чувство собственного достоинства, и он не разрешит женщине пользоваться собой как тряпка, и развернется и скажет, дорогая, в России и так меньше женщин, мы тут в Германии имеем выбор, потому что нас намного больше, да, и понимаете, и все равно женщина хочет в биологическом уровне рожать от сильного самца, это как крути, как ни крути, это так, вы сами это знаете, если он не сильный, если он ей разрешает собой делать, что хочет, все, она его перестает уважать. Это как вы мужчины, вы же хотите строптивых, потом думаешь, а ничего, перевоспитаю, Я сделаю. никогда не хотел строптивой. Я вообще А вы тоже мечтал дюймовочку, который в большей степени будет делать то, что ей скажешь. Почему? Потому что Константин, я он бы ей парень. говорил,
Вы лукавите, потому что вы в самом начале сказали, я хотел чистую, чистую вы бы и в храме нашли без проблем, но вы хотели и красивую, видите? Но... Я сначала ее вообще услышал, я ее не видел. Я вам скажу больше. Если вы посмотрите на Ютубе «Батюшка блогер фильм», то вы увидите, что я с ней встречаться вообще по телефону начал. Я еще не видел ее. Но она вас уже привлекла. Я ее внутренне сначала узнал, а потом уже внешне увидел. Я еще внешне ее не видел, когда я начал с ней побольшой встречаться. Я уверена, если вы уже на телефоне решили познакомиться. Вот, поэтому тут я сначала красоту ее внутреннюю увидел, а потом уже внешнюю. И то проверял ее, прежде чем, скажем так, утвердился, что буду с ней дальше. Ну, давайте, ладно. Второй вопрос отвечу, потому что у нас 15 минут осталось до конца эфира. Тут один комментарий мне понравился, который сейчас написали. Иногда попытаюсь переключиться, чтобы хотя бы понимать аудитория наша, о чем сейчас говорит. Сейчас сказали, что все индивидуально, что и знают такие семьи, где мусульманка, в мусульманских семьях жена строит мужа, а не муж ее. Поэтому в большинстве своем все индивидуально. Не индивидуально. Знаете, всегда в Европе говорят, ой, бедные мусульманские женщины. Это люди в основном, которые были, наверное, максимум в Турции в отпуске, понятия не имеют о кавказских семьях. Вы там жили, вы знаете, о чем я говорю. И естественно, что в нормальных мусульманских семьях муж прислушивается жены, и внутри семьи она глава. А снаружи мужчина принимает решение. Это здоровые отношения. Ну, в Европе, может быть, и у вас так. Вы наверняка, я насколько знаю, в Россию приезжаете, а в России у нас женщины тоже, не дай боже. Вот, поэтому я думаю, тут тоже надо... Саша, я тебя очень люблю, но прекращаю рекламу в эфире. Дай мне хоть почитать не твои только комментарии. Вот, второй вопрос. Отвечаю по поводу, причащаем ли мы в блуде живущих. Просили, да. Да, вот второй вопрос. Я помню о нем, просто я смотрю по времени, чтобы мы уложились. Опять-таки, что такое блуде? Тут можно по-разному посмотреть. Церковь уважает законный брак, узаконенный брак, ЗАГС. Мы только говорим о классике, отец Константин. Да, другое дело, если мы глобально возьмем, да, это сегодня как бы уже церковь вот уже настолько проявляет вот такую любовь, что хотя бы в законе живите, именно в ЗАГСовом браке. Но если мы глобально возьмем, что то, что Господь не благословил в таинстве венчания, это уже не совсем законный брак, по большому счету. То есть, насколько мы эти рамки берем, минимально хотя бы так, или это глобально в таинстве говорят, венчания? Девочки говорят, венчание – это, конечно, уже бонус, так сказать, но без ЗАГСа вообще для них… Мы сейчас говорим о классике, да, если мужчина не позвал в ЗАГС, вообще мы говорим тогда о блуде. То есть тогда получается в кавычках гражданский брак, в кавычках. Нет, стоп, гражданский брак это когда без ЗАГСа сожительство, это да, гражданский да, брак. Да, мы говорим, да, да, да. Брак официальный, да? Вот, то есть для... То есть когда официальный брак, допускаемый до причастия. Нет, когда официально. Нет штампа в паспорте, когда нет штампа. Все, я понял. То есть в кавычках гражданский брак, о нем да, мы говорим. Правильно. Я понял. Значит, смотрите, если тут опять-таки все очень индивидуально, я лично за себя скажу. Если придет девочка, и я буду видеть, что у нее сокрушено сердце, что ей жизненно сейчас духовно необходимо причаститься, и она готовилась к этому, я ее не оттолкну. Объясню почему. Потому что сегодня я толкну, когда она готова встрече с Богом, изменить может свою, в том числе и блудную жизнь. Я ее толкну, и она может больше и не будет справляться, и скажет, и жила в грехе, и останусь в грехе. Так я ее допустил. Она покаялась, она соединилась с Господом, Господь воскресил ее душу,
и она, уже имеет хоть какую-то подпитку, справиться с этим грехом, в котором каялась и с помощью Божией. Если я вижу, что она пришла на исповедь и говорит, да вот я с мальчиком живу, да вот тут такой полупофигизм, я скажу, нет, моя родная, к причастию ты не готова подходить. Даже если ты вычитала все, в большинстве своем это номинально. А ты сделала. Так же, как мы параллель можем провести. Если ты с кем-то поссорился, не примирил и в ненависти находишься, как ты можешь подходить? У вас помеха какая-то, как разница. Вот, все, пропало, хорошо. Все, сейчас хорошо. Да. Вот в таком случае я скажу, давай мы с тобой лучше пообщаемся сейчас, пусть даже на исповедь пообщаемся. Я тебе... Что-то я свой голос фоном уже слышу. Но, по крайней мере, не получится так. Опять-таки, как апостол пишет, кто яст и пиет, не рассуждая, стул себе яст и пиет. Вот, вот из таких соображений. Поняла. Это нам ваш второй вопрос. И третий был, да. Да. Я, честно говоря, третий не помню, но помните, пожалуйста. Ой, вы меня поймали сейчас, да? Что у нас было по поводу блудниц, причастия? Я уже даже тоже сама вышла из строя. Кажется, почему вот девочки говорят, что наши батюшки не поддерживают или не глаголят о том, что девушка должна хранить целомудрие, не только покрываться. А, вот. Что это вообще... Я как, понял, когда, за целомудрие. Когда говорят, веслами тебя поддерживают, чтобы девушка покрылась, жила в целомудрии. Ну, я скажу так. Во-первых, я ни одного священника не видел, который и не слышал, который бы сказал, что можешь вступать в интимные отношения до брака, это нормально. Мне, может, Господь меня сугубо любит, что я с такими не сталкивался. Но однозначно это даже не хорошо, это норма сохранить свое физическое состояние в чистоте для первого мужчины. Почему? Потому что тебе как минимум не с чем сравнивать. И во-вторых... Да, шум какой-то идет. Шум какой-то идет. Фоновый. Вы можете еще подвинуть как-нибудь? Вот так теперь, слышите? Раз, два, три. О, классно. Сейчас, ну, опять чуть-чуть фоном. Ну, ладно. Вот, и как элементарный, ничего не меняется. Мужчина хочет, чтобы ты у него первая была, потому у него как есть и желание, как, чтобы ты первая у него была, как и спортивный интерес. Помехи пишут, помехи какие-то у нас. Потому что как это так, я не буду не первый. И второй момент, ну, если можно так сказать, спортивный интерес, да? И второй момент, это... то, что все-таки он будет это более ценить. Все, поэтому я однозначно, вот у меня есть молодежный православный центр, я всем всегда говорю, девочки, не торопитесь. Мальчик добьется, что захочет, вас уже так ценить не будет. А вы можете остаться без этого мальчика. Все. Потому что человеческий фактор никто не отменял. К сожалению, у нас очень тонкая граница между духовным и животным миром. К сожалению. Ну, будем надеяться. А целомудрие в основном, ну все, я с кем знаю, с кем общаюсь, все только вот, чтобы отношения были целомудренные. Вот у меня есть один мальчик, я в центре, ему одна девочка нравится.
И он начинает мне там вопросы, и я говорю: родной, ты немножко не тем местом думаешь. Надо головой и душой думать, а не тем, который ты думаешь. Поэтому ты можешь больше дров наломать, нежели добиться расположения этой девочки. Ну вот, но я за себя отвечаю. По крайней мере, так я стараюсь подходить к этому вопросу. Видите, мои... Наши сестры говорят, что вот сталкивались с такой ситуацией, покрылись, и им мальчики в приходе говорят: снимешь платок, не будешь в этих, мол, мешках ходить, тогда я тебя приду сватать. Это ужас, понимаете? То есть, и... Ну, нафиг они нужны тогда? Ну, слава Богу, Господь показал истинную их личину. Вы правильно говорите, но не все девочки, да, идут в университет, занимаются, знаете, чем-то таким, что их жизнь, все, им даже некогда думать о женитьбе. А все-таки большинство, сами знаете, живут нормальной работой, хотят нормальную семью, выйти замуж, жениться, правильно? Не всем это дано где-то летать в облаках, как говорится. И им реально тяжело найти мужа. Я вот вам говорю, почему девчонкам, они говорят: я пойду к мусульманину, мы с вами об этом говорили, он меня не будет трогать до брака, он не будет требовать от меня, чтобы я с ним вступала в интим, плюс он меня еще поддержит, что я ношу платок. Ко мне даже пишут девчонки, женщины, не то что девчонки уже, да, им далеко за 40, говорят: я бы очень хотела одеть платок, но я вот на работе, мой муж, если меня уволят, не поддержит, он от меня уйдет, понимаете? Это кошмар, ужас. Или говорят, он не одобряет, если я одену вот тоже длинное платье, ему подавай, мол, то и то. Это ужасно. И молодой человек говорит: а как так, если я не попробую тебя до брака, откуда я знаю, или ты там будешь хороша в этих делах в браке, понимаете? И ты похожа на мусульманку. Это тоже вот такое у меня понятие. На Кавказе тоже говорят, вы, наверное, слышали, что раньше не было такого: мусульманка, еврейка, христианка, все одевали платок. Да, мы должны возвращаться к нашему способу покрытия, это ясно, правильно? Вот. Но мужчин призывать можете только вы, не мы, понимаете? Потому что они нас считают серыми мышьями, вот. А только вы, мужчины, можете их призывать к этому. И я почему пример ислама приношу? У нас другого, к сожалению, сейчас нету. Мы, к сожалению, в плачевной ситуации, хотя мы были долго до ислама, да, что мы сейчас должны с этих девушек брать пример, и наши девушки им завидуют в какой-то степени, понимаете, потому что их всячески поддерживают на пути к этому. И целомудрие вот легче соблюдать, когда девушка покрытая, понимаете, потому что это уже такой знак внешнему миру: стоп. Да, и вот ко мне, например, подходили парни знакомиться, я им говорю, я была сама в шоке, думаю, как так, все равно подходят, девочки думают, жизнь заканчивается на платке, но далеко нет. Я ему сразу говорю: я христианка, ну и что? Я говорю: ну ты понимаешь, что это значит? Понимаете, зачем с ним ходить на кофе, убивать время, если у него другие ожидания? Вот, и я не знаю, и еще у меня такая знакомая, она умудрилась сказать: ничего страшного, если замуж не вышла, хочешь иметь детей, можно переспать с мужчиной, забеременеть, это же самое главное — родить. Батюшка сказал, что нас Бог все равно любит. Отец Константин, это ужас. Это ужас, да, для человека, да. Доходит, понимаете? Вот, и поэтому я не знаю, если священники не будут об этом говорить, во все трубы кричать, то я не знаю, куда мы придем. Точно ни к чему хорошему. Вот. Потому что эта проблема огромная. Девчонки уходят не из-за идок веры, а в ислам, а именно из-за того, что нет поддержки у нас. Тем более от церкви, да? Вот. Ну, не знаю, как бы здесь девушек-то мы поддерживаем и всегда об этом говорим. Другое дело, что они, скажем так, вот целомудрие в первую очередь, немножко с ухмылкой к этому это воспринимают, потому что надо объективно понимать. Вот я в их жизни появляюсь, грубо говоря, ну там здесь у нас тут педколледж, да, к примеру, где будущие учительницы в большинстве своем 90% учатся. Я в их жизни появляюсь раз в месяц, а телевизор, интернет в худшем его проявлении, подружки и тому подобное появляется 99,9.
Поэтому конечно. Тут, наверное, совокуп всего должен быть. И ее личный опыт, и родительское воспитание, и батюшка, и тому подобное здесь, и, в конце концов, ее окончательный выбор, к чему она хочет. Потому что в моем православном центре девочка до сегодняшнего дня, какие у нее только соблазны не было, она охранит целомудрие. Но ее поддерживает, как минимум, сама семья. Я думаю, что вот почитав, пока вы говорили немножко комментарий, вы говорите, спрашиваете, а мальчикам не надо целомудрие сохранять? Вот смотрите, я женился 18 лет. Я каюсь, что она у меня не первая была. Но я искренне понимаю и говорю, что я дурак, что она у меня не первая. Поэтому тут говоришь, что мальчикам не обязательно сохранить целомудрие. Я думаю, обязательно. Потому что, как минимум, мне не будет чем сравнивать и думать, да вот так-то, вот а это, вот так. Тут лишние мысли не нужны будут в голове засорять. Поэтому я думаю, что тут соглашусь с вами. Относительно платка мне очень импонирует. Вот тут писали, в частности, Саша говорит, ну, в храме я, да, согласен, но вот на улице, наверное, ну, как на улице, а в обществе можно и не носить. А я бы такой бы, чтобы носили. Конечно, надо. По мне так, это благородно выглядит. По мне так. Но в одну секунду мы ничего не изменим. Да, вот, но вот этот мужчина, который этот комментарий, вы говорите, написал, вот, что, слава Богу, что наши девушки, те, которые к нам именно приходят, они говорят, я такого мужчину не хочу. Нормальный мужчина никогда не согласится с тем, выставлять красоту своей женщины чужим мужчинам на показ. Это ненормальное явление. Это какая-то отклоненность, которая пропагандируется массовыми СМИ, что твоя жена получает только тогда ценность, и в твоих глазах в том числе, чем больше чужих мужчин скажет «молодец», понимаете? И это дико странно, когда мужчина не хочет красоту своей жены только сам видеть. Для меня это патология. С этим мужчиной что-то не так. Если у него нет чувства ревности, и если он не хочет... как, знаете, католики... Вот я вам даже пример говорила. Почему-то в Ватикане ни одна женщина... Елена, я сейчас секунду перебью. У нас осталось максимум 2 минуты, я по часам смотрю. Поэтому давайте я хотя бы для вас вопрос один прочитаю, который конкретно к вам адресован. Много ли молодежи ходит в православные храмы в Германии? Да. Я его прочитала. Было... А, да, я увидела. Это вообще потрясающе. У нас храмы, честно, валятся молодежью. Наши батюшки даже не готовы к такому были. Я вот даже вам рассказывала. Большинство диаспор воспитывают детей, естественно, тоже на русском языке. И семей, и воскресные школы, и все остальное. К нам не то, что молодежь приходит, к нам и немцы, это ворон бегут, потому что очень разочарованы в католицизме, в том числе послабление. Сейчас женщины вдруг в Европе требуют, чтобы их тоже в священный сан брали. Как вы знаете, евангелы разрешают однополым жениться и все остальное. Поэтому католики убегают толпами. У нас даже службы на немецком языке специально проводятся, чтобы они нам, грубо говоря, не мешали на наших службах. Да, они же трендят, разговаривают, хотят на немецком тогда. Молодежь, да, идет очень много ее, очень много. Не ожидали, то есть в этом проблем вообще нету. Даже в окружении моем парни, которые вот редакторы, тоже моего возрастной категории, да, принимают православие, публичные личности, да, люди, которые знакомы в кругах. Это, конечно, консервативные, националисты, правые, конечно, бывшие католики. Это, конечно, сейчас идет вообще тренд в Европе, я бы сказала, здоровый. Национализму, здоровому в кавычках, и сохранении своей идентичности, в том числе возвращение к своим корням, потому что либералы на нас давят, и мы молодежи хочется дать отпор, потому что мы в такой ситуации в Европе, у нас массовая миграция с одной стороны, и с другой стороны ЛГБТ требует, уже не то, что требует, а просто нагло, агрессивно продвигает. В школах, как вы все знаете, вот это сексуальное. Елена, полминуты осталось, даже 20 секунд.
Я благодарю за эфир. Я думаю, каждый для себя сделает свой вывод. Вам крепости духа, любви о Господе, чтобы все получилось, чтобы ваше доброе делание увенчалось успехом.